здесь. Триггерная точка. Здесь где-то мышца грушевидная, она сама в себе. Здесь триггерная точка. Потом крепление. То есть, когда грушевидная мышца отворачивается, сформируется, она болит сама по себе. И такой нерв, она не сдавливает, ничего не сдавливает, но она болит сама по себе. Раз триггерная точка, два триггерная точка, здесь триггерные точки, но возможно их больше, это средняя и количественно мало. И пока мы обнаружили одну триггерную точку в квадратной мышце. Так, нормально? Да. Так, а так? Так чувствуется? Да, чувствуется. Так. Ну так. Терпимо? Терпимо. Ну такая боль есть, да, но терпимо. Да. Не отдает никуда? А? Вверх. Куда отдает? А, наверх крестец, да? Это нормально. Чуть-чуть, нравится.